seek, want to help you. Это мы знаем. Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, это игра Subnautica, мы это все дело видели, мы видели ГИЦ, главный изоляционный или как его там исследовательский центр, мы заплываем сюда снова. Зачем, друзья, мы сюда пришли? Я вам очень много раз уже показывал все это вот дело, но как сразу же, как разработчики что-то добавляют в этой игре, кстати, я хочу кое-что сделать. Не, у нас музыка включена, все нормально. Сразу же, как разработчики добавляют что-то новое в этой игре, я хочу вам обязательно это дело показать. И что мы сделаем, конечно же, сегодня. Если вы помните, мы эти вот двери открывали командой Unlock Doors. Сейчас здесь у нас появился вот такой вот приемник артефактов. То есть это у нас и есть ключ к открыванию этих вот дверей. Я уже накрафтил здесь немножко этих вот вещей, так что мы это дело как бы сделаем запросто, без никаких команд типа Unlock Doors. Делаем. Друзья, чтобы показывать, да, дверь у нас открывается, мы проходим дальше. К сожалению или к счастью, это кому как, кому это нравится, кому не нравится, но чтобы показать все вот эти вот лагают, потому что здесь у нас все респаунится сейчас, да, у нас все появилось, отлично. Чтобы показать вам все вот эти вот обновы, все новшества игры, нам нужно проходить через все эти вот инстанции. Ты куда пошел, маленький засранец, блин? То есть через все эти вот ворота, через все это... сначала первые ворота входим, через первые ворота входим, так далее и так далее. Дальше, что у нас здесь появилось? Разрабы добавили звук луча, который создает вот эти вот ионные кристаллы. Для этого нам нужен экзосуит, сделаем спаун экзосуит, то есть экзокостюмчик нам нужен. Потом, сразу же, как мы уже делали не один раз, ставим туда бур, костюмчик. Как бы этому костюму нужен бур, чтобы сломать этот вот кристалл. Ребят, мы сейчас его быстренько сломаем и сразу же услышим, как звучат, как звучит, то есть луч, который эти кристаллы создает. Потому что раньше анимация была, она очень красивая, очень крутая, мы ее все видели. Но мы не слышали ничего, то есть звуков не было вообще. Сейчас у нас звуки будут. Давайте посмотрим и послушаем. Круто, очень круто. Крутой звук, очень крутой звук. Интересный такой. Так, давайте возьмем все это дело. Не знаю, мне понадобится или нет, но, наверное, все-таки понадобится. Потому что не зря мы это дело собираем. Собирали, то есть. Перенесли, кстати, вот этот вот... он, наверное, был ниже. Как его? Терминал базы данных, кстати. Да, он, наверное, был там внизу. Сейчас он у нас находится здесь наверху. Не знаю, кто-то помнит это все дело или не помнит. О, у нас менюшка изменилась. Вот это вот данные, если кому-то интересно, читает на паузе. Но у нас изменили прям КПК, нам изменили инвентарь, нам все изменили. Смотрите, сейчас все выглядит намного круче и удобнее. Сейчас все заметно. Ёлки-палки, тут нифига себе, тут все изменили, я этого не видел, я реально этого не видел. Неплохо, неплохо, да, здесь реально все изменили, мне это очень нравится. Сейчас это выглядит намного круче. Дальше, что дальше изменили разрабы? Как я понял, если я правильно все это вот прочитал, у нас есть в этой комнате кое-что новенького. Это у нас комната с трубами, то есть трубы, которые держат аквариум в чистоте и кислород добавляют туда и так далее. Потому что здесь должны были быть раньше, технипады, здесь должны были быть раньше пескуны, которые добавились только сейчас. То есть вот такие вот трубы, через которых плавают пескуны. Мы знаем, что пескуны у нас проводят там кислород или что-то там типа этого к аквариуму. То есть это очень жизненно важный такой элемент для нашего аквариума. Все знаем, что есть трубы на поверхности, которые засасывают этих пескунов сюда. И есть трубы в аквариуме, которые их выталкивают наверх. Так что вот такие вот пескуны у нас тут добавились. Что еще можно тут увидеть? У нас тут труба такая вот, типа спираль. И еще одна труба, если вы ее видите, вертикальная, через которую вот поднимается пескунчик и залетает куда-то вон туда. Это все дело сканируется, а я это делать не буду, потому что мы это делали уже не один раз.
чего как бы я не вижу смысла показывать 100 раз. Дальше. Что у нас дальше есть? У нас самое недоработанное. О, кстати, вот такой вот хрен у нас вот как бы появился. Даже звук есть. Да, он даже звук издает. Вот такой вот артефакт. Кстати, у меня есть сканер или нет? У меня сканера нет. Давайте мы позовем, возьмем сканер. Так, и там, если я не ошибаюсь, сканер вот так вот. Так, еще раз попробуем. Так, секундочку. И там, сканер. Вот таким вот образом. Так, у меня есть сканер сейчас на 4-м слоту. Посмотрим, сканируется ли этот предмет или нет. Да я знаю, biological data. Я все знаю. Это все дело сканируется, мне это не надо, но этот, походу, не знаю, какой-то артефакт. Он даже вверх-вниз прыгает, крутится, но сканировать его мы не сможем. Так что добавили вот такую вот хрень. Будем знать, это у нас что-то новенькое, новенькое, чего не было раньше. Мне нужна вот следующая комната. Здесь у нас самая недоделанная комната, над которой разработчики работали, и все-таки они ее создали. То есть здесь, если вы помните, на предыдущем видео или даже позапредыдущем у нас были белые стеночки и ничего интересного, хорошего не было. Они были реально белыми и вообще цветов других не было вроде. А сейчас у нас здесь комната со всеми яйцами, которые есть вообще в игре, друзья. Все яйца здесь. То есть... давайте сканером попробуем, посмотрим, что это за яйцо. Но, к сожалению, вот я вижу, не сканируется. Я понял, сканировать мы это не сможем. Самосканирование, я знаю, что это мы можем сделать, но сканировать яйца пока что этого нам не дают. Но, конечно же, добавят. Смотрите, это у нас уже яйцо самого морского императора. Здесь у нас, конечно же, стоит, опять же, терминал базы данных. Давайте посмотрим, кому интересно это будет читать на паузе. Тут на секундочку остановимся, здесь остановимся и здесь вот так вот остановимся. Если кому интересно, будет читать и, конечно же, узнает кое-что себе, ну, для себя типа новенького. Блин, ну, яйца тут реально все, как в Вики написали. Кстати, ссылочку на Вики, откуда берем мы информацию, она будет в описании. Там было написано, что здесь все яйца, которые вообще есть в игре. Реально все. Не знаю, почему здесь у нас красные текстуры. Походу отражает где-то... Ага, от лавы снизу, я понял. Фонарик тоже отражается от лавы снизу. Потому что вокруг, вообще вокруг нас, реально лава. Так что сама база находится в лаве, в лавовом биоме. Так что это, наверное, какой-то баг. Смотрите, здесь какой-то манипулятор. Или как его... Ну да, манипулятор называется. Это, наверное, опускается вниз и берет из этого маленького аквариума, берет вот это вот яйцо. Даже здесь такого у нас нет. Здесь у нас то же самое. Какой-то, как будто микроскоп, но, конечно же, это не микроскоп. Сканировать это нам пока что нельзя, так что идем дальше. Посмотрели на эту вот комнатку, это самая темная. К сожалению, здесь света еще не добавили. Освещать здесь ничем мы не сможем или осветить, так что идем дальше. Что у нас есть еще? По памяти посмотрим, если я все запомнил. Посмотрим, если это так. Так, я бы хотел подняться наверх. Я не помню, что там наверху есть, но мне кажется, там кое-чего добавили. Ага, я знаю, это у нас комната, где работали над детенышами. Над детенышами императора работали. То есть делали эксперименты, испытания и так далее. Здесь у нас и раньше был вот такой вот купол стеклянный, да, это у нас стекло. И сейчас добавили в нем морского императора маленького, то есть детеныша, над которым не то что издевались, но они работали над ним и пытались узнать, как же вылечить всю планету от болезни Карар. Чем помогут в этом, конечно же, эти вот детеныши. Что ж, что здесь добавили новенького, я не вижу. Здесь ничего такого нет. Вот оно, яйцо императора. Там у нас ничего нету. Тут как бы тоже должно было быть яйцо. И вроде бы, если я не ошибаюсь, по диагонали вот здесь тоже должно было быть яйцо. Но яйца здесь нет. Ну, походу, разрабы решили кое-что поменять. И яйцо убрали. Яйцо вылупленного... Вылупленное, блин, яйцо императора. Идем дальше, друзья. Идем дальше. Все двери мы открывали... Если вы помните, командой Unlock Doors. У нас сегодня очень крутая обнова, сейчас я вам покажу. У нас сам морской император имеет очень серьезную такую
не то что функцию, но у него такие движения сегодня будут очень милые, очень трогательные движения, которые нам о многом расскажут. Вставляем артефакт, который мы скрафтили, так скажем, заранее. Этого раньше у нас здесь не было. У нас дверь сейчас открывается без никакой команды. То есть разработчики по чуть-чуть пытаются добить, так скажем, достичь конца игры, чтобы быстрее игра вышла как бы в нормальной своей форме, чтобы не было в раннем доступе. Что мы дальше видим? Здесь у нас отражение воды, а вода очень освещается, не знаю почему, но... и не знаю от чего, но вода отражается. И от этого, конечно же, отражение идет к потолку. Заходим в воду, она стала синеватой какой-то, ну, сверху. Ждем нашего императора, потому что иначе мы ничего сделать не можем. Надо ждать анимацию. Покачивание этой платформы, это мы уже видели. Ну, данное существо, по всей видимости, является источником неизвестных звуковых волн, это мы знаем. Слушаем Лани Минеллу. Да, это с нами поговорила сейчас, не могу сказать, что императрица, но император. Но, как мы знаем, этот император, это вид этого существа, который называется морской император. Но на самом деле я считаю, что это будет девушкой, то есть женщина. Это женщина, которая, ну не знаю, которая тут пытается с... О, кстати, это можно собрать? Нет, тут нельзя собрать. Нифига себе, император, какие ферменты, блин, делает. Здоровые такие. Идем к детенышам. Добавили, что добавили? Вот, помню, добавили вот эти вот хищных животных, но они очень мирные. В этом аквариуме почему-то эти вот хищные существа стали мирными. Они, мы сейчас находимся в креативе, как бы они нас, если мы были снаружи где-то плавали, то они на нас напали бы. А здесь, если бы были не в креативе, то они на нас не нападут. Они очень мирные существа. Дальше, император наш, что он делал до сих пор? Он... пытался изо всех сил сохранить жизнь этих своих детенышей. То есть он наблюдал за жизнью этих яиц. Добрый день, маленький. Добрый день. Садимся. Вот таким вот образом мы садимся. Это мы все видели. Но вы сейчас увидите кое-что другое. Что нам нужно сейчас? Смотрите. Мы... Где у нас этот приемник? Вот он. Вот он приемник. Вставить топливный кристалл. Вставляем топливный кристалл, у нас он есть, мы его добыли, отлично, мы вставили топливный кристалл, у нас вторая часть, то есть второе движение, которое делает император, это вот, он нам покажет кое-что очень интересное. Сдувание песка у нас изменили, смотрите, мы сюда идем, и император сдувает песок. Песок у нас сейчас... сдувается назад. Раньше, если он падал в текстуры прямо, сейчас такого нет. У нас изменили, реально изменили довольно круто так сдувание песка, блин. Потому что он раньше просто проваливался вниз. Кстати, я сейчас уже не проваливаюсь. Отлично, в эту вот текстуру я не проваливаюсь. Раньше это у нас было проблемой. Что у нас дальше? Мы здесь откроем, как всегда, вставляем топливный кристалл или ионный кристалл, кто как его называет, и открываем телепорт. Да. Обязательно. Обязательно. Мы так и сделаем. Раньше никто этого не видел, а сейчас мы это дело увидим. Друзья, так как мы поставили сюда этот артефакт, или как его там, топливный, то есть топливный ионный кристалл, император... Тихо, не багуйся, все нормально, все у нас нормально будет. Что у нас дальше есть? Дальше у нас есть вот это вот. Здесь инкубатор, где можно ввести инкубационные ферменты. Инкубационных ферментов у меня нет, сейчас мне придется их скрафтить, ребятки. Ждем пару секунд. Что ж, инкубационные ферменты у нас появились. К сожалению, я не пойму, в чем проблема, почему у нас музыка не играет. Потому что музыка вроде бы как включена. Сделаем давайте вот так, сохранить. И попробуем
это все исправить. Настройки еще раз и включу музыку. Здесь должна быть своеобразная музыка, друзья. Но почему-то она сейчас не играет. Или будет? Нет, не будет. Так, ну для этого мы музыку включили, так что у нас будет своя музыка. Раз игра нам не предостает такого счастья, мы сделаем это сами. Что ж, инкубатор. Вылупляем. Куда? Да, мы уже вылупили. Вот они, вылупляются у нас маленькие засранцы. Вот такие вот маленькие морские императоры. Смотрите, раньше у нас анимация была совсем другая. А сейчас маленькие императоры, они пытаются доплыть до матери. Воу-воу-воу. А чё они такие взрослые стали, я не понял, они увеличились? Нифига себе, блин. Нифига себе, смотрите, смотрите, они ласкаются. Их ласкает мать, вот это вот их мама. Поэтому это, блин, ну это очень-очень круто. Они раньше там что-то там делали, там танцевали, прыгали, бегали, там плавали. А сейчас они быстренько подплыли к своей маме. И, как пишут в Вики, в этот момент, из-за того, что император устал от всего этого и от радости, что его детеныши вылупились, что они в сохранности, они будут жить долго и счастливо и помогут этой планете вырваться из проблемы с Караром, мать умрет. Как пишут тоже в Вики, ребятки, она не умрет на наших глазах, но эти вот изображения и показывают то, что она истощена, или он, морской император, истощен и уже при смерти, к сожалению. Давайте посмотрим. Маленькие детеныши тоже создают вот такие вот ферменты. Ферменты детеныша Левиафана. Это то, что поможет вылечить всю планету, по словам разработчиков, всю планету от болезни Карар. Если мы это все дело... Блин, офигеть, как их много. Очень много этих вот ферментов. Очень... Трындец, как много их. Их реально очень много. Что у нас дальше? Что у нас дальше? Вот это вот куда уже двигается, куда-то. У нас вроде бы телепорт открыт. Значит, детеныши по своей траектории, или как там, как называется, блин, не скрин, а по скрипту, должны вроде бы уходить в этот телепорт. Что делает и сейчас, конечно же, этот маленький морской император. Его брат или сестра, конечно же, следит за братцем. А, да, все-таки нормально все, они все-таки пролетают через этот телепорт. Если вы помните, мы их сюда кидали, там всякую хрень делали, но сейчас нет. Сейчас они реально туда заплывают, и все у них нормально. Так, два детеныша вроде там уже. Еще пару штук здесь остались, посмотрим, сколько их. Их было вроде бы 5, потому что 5 яиц, значит 5 детенышей. Это у нас третий. А где у нас еще две штуки? Или они туда уже уплыли? Да, ребят, они, наверное, туда уже уплыли. Чего я не углядел, наверное. Давайте мы посмотрим. Если я туда залезу, да? Я его увижу, как он туда заходит. Давайте мы первыми сюда зайдем. И посмотрим, если мы его встретим с другой стороны. Телепортируемся. Так, у нас происходит телепорт. Вы это уже видели. Да, пролагивает. Я игру убрал с SSD диска и поставил на обычный HDD, то есть на хард-диск. И поэтому есть у нас вот такие вот лаги-баги. Ждем детеныша. Ну, кстати, а где другие? Где остальные дети? Чё за бред? Они же сюда, блин, вернули. Они же сюда, это, пошли. Этот телепорт ведет только в этом вот место, где ПВО притеча. А здесь... Не видно ни детенышей. И не видно ни того, который должен был вроде бы вылезти оттуда после меня. Реально его не видно. Ну, к сожалению, значит, это будет какой-то баг временный, как я уже думаю, да? Или, конечно же, так и задумано.
Ну вот сейчас музыка заиграла. Какого хрена? Вот сейчас, когда я уже наложил музыку для игры, у нас музыка уже игровая начала работать. Посмотрим. Посмотрим. Что дальше? Что с этими ферментами? Где у нас ферменты? Как они выглядят? Вот таким образом они выглядят. Ферменты детеныша Левиафана. Это у нас инкубационные ферменты. Это у нас... When a player eats concentrated enzymes, they are cured. Play normal cure sound in here, along with some inspirational music. Когда игрок что-то... When a player eats concentrated... Так, секундочку. У нас там заиграла вообще-то музыка и там, и тут, короче, и нам нужно вот это вот выключить. Сейчас, секунду, сделаем вот так. Enzymes, they are cured. Play normal cure sound in here. Когда игрок что-то там делает, играет, то вы должны слушать хорошо музыку или что-то типа этого, игровую музыку. Кстати, здесь каким-то образом появился больная костяная акула, или как ее называют? Да, костяная вроде бы акула, сейчас посмотрим, костяная или нет. Да, костяная акула в аквариуме с императором, блин, какого хрена? Этого не должно было быть, потому что здесь больных существ, по сути, не должно быть. Это очень странно. Что же, ребятки, вы увидели, что детеныши следят по своей дорогой, по своему маршруту. Они сами туда заплывают, чего раньше не было. Они прощаются с мамой и туда уплывают. И, как я понял, морской император должен умереть. Что у нас дальше есть? Если вы помните, я уже один раз показывал не комнату, а как это называется, я просто забыл, где это находится. Не комнату, а помещение, которое нас отсюда выпустит. Потому что сюда вылезти почти что нереально. Хотя это можно сделать, но есть специальная комната, где работает телепорт, чтобы отсюда вылезти. Так, нам, наверное, вроде бы наверх. Давайте посмотрим. Да, это здесь, это здесь. Здесь у нас есть комната, которая также телепортирует персонажа наверх. Кстати, вот такая вот трубы здесь не было. Да, вот это вот и есть трубы, которые всасывают и выбрасывают пескунов, которые чистят этот аквариум и которые вносят сюда свою, так скажем, лепту для жизни Левиафана. Идем дальше. Вот. Да, вот она комната для телепорта. Сразу же у нас появляется... приемник топливного кристалла. Здесь у нас, если вы помните, этот телепорт работал сразу же, он был активен. А сейчас, чтобы отсюда вылезти, нам нужно вставить топливный кристалл, чего мы сейчас и делаем. Вот так вот. Опять же у нас пропала музыка внутриигровая. Ух ты, тут даже пыльца такая появилась. Неплохо, неплохо. И таким образом я могу отсюда уйти, то есть выйти из аквариума без никакого напряга. То есть, мы вышли. Вот. Мы находимся в зале, в главном зале, то есть, где находится этот аквариум. Ребятки, на этом, мне кажется, можно закончить, потому что мы уже все посмотрели. Конечно же, многие скажут, что мы это все дело видели, но нет, ребятки, вы этого еще не видели. То есть, всего того, чего я показал сегодня, этого у нас на канале не было. Мы сегодня увидели звук, услышали, то есть, звук луча, который создает залежи ионных кристаллов. Это первое. Дальше. Мы увидели комнату, которая была самая недоделанная комната в игре. Мы это тоже увидели. Мы увидели пескунов, которые проходили через трубы, чего тоже раньше не было. И мы увидели очень крутую анимацию детенышей, которые идут к маме, чтобы она их немножко полоскала. Потому что... полоскала. Потому что они потом покинут мать и уйдут в телепорт. И то, что приемники появились, приемники кристаллов, приемники артефактов появились для того, чтобы открыть вот эти вот все двери, которые мы открывали с помощью команды Unlock Doors. Если вам это все дело понравилось, ребятки, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, если вы хотите продолжения осмотра, обновлений в этой игре, ставьте также пальчики вверх, потому что только через эти вот лайки я и пойму, что хотят люди увидеть эти вот обновы, и не только на картинках, но и, конечно же, в самом, то есть, или в само видео. Ребятки, всем удачи и всем пока!